Сегодня в республике проходят сельскохозяйственные ярмарки, последние в этом году. В Казани торговля идет сразу на нескольких площадках. В агропромпарке, что на Аграрной 2, на улице Дементьева, 39, перед лицеем номер 123. Жители Новосавиновского района закупить картошку, мясо и морковь могут по адресу Адарацкого, 21, вблизи оптово-розничного рынка. А жители Дербышек ждут на Советской, 18, напротив ДК имени Саид Галеева.